Анна Яковлева – мама двоих детей и очень занятой человек. Оплата бесконечных бумажных квитанций занимала у нее много времени. К тому же они могли периодически теряться. Поэтому Анна рада, что появилась возможность все оплачивать через интернет-сеть Чувашской энергосбытовой компании в телефоне или планшете и в любое удобное время. Вы берете телефон, заходите в личный кабинет, и там можно отслеживать всю аналитику, все показания счетчиков, сколько вы и когда оплатили. То есть это очень удобно, практично. Не нужно тратить время на проезд, не нужно стоять в очереди. И это и правда экономит очень много времени. В 2020 году, в период закрытия офисов, обслуживания, интерактивные сервисы показали востребованность у потребителей. За год число пользователей сервисом «Электронная квитанция» увеличилось почти вдвое. Чувашская энергосбытовая компания решила поддержать потребителей, которые пока не перешли на электронную квитанцию, путем проведения акции «Подключайся». Сама акция проводится среди тех, кто подключился именно в прошедшем месяце к сервису электронной квитанции. Далее отбирается состав участников, и уже далее методом там, генерации случайных чисел там, на совершенно там, произвольном там, сайте, который позволяет использовать генератор случайных чисел, мы определяем номер победителя, по которому, соответственно, определяем лицевой счет этого победителя. По республике функционирует 8 отделений Чувашской энергосбытовой компании. По итогам февраля счастливчиком стал пользователь под номером 70. Он живет в Канаше. И приз – бытовая техника – будет отправлен в местное отделение. Победителем можете стать и вы. Для этого нужно использовать электронную квитанцию, а также совершить платеж на сумму не менее предъявленной всего к оплате в счете квитанции за последний расчетный месяц.